Thank you very much, audience, for coming. And first of all, I would like to express my thanks to the organizing committee for the kind invitation to present our data. And I'm going to speak about DNA repair mechanism in mammalian cells. This is very important process, and there are several different DNA repair machines which can remove damages from DNA. This slide shows their most important DNA damaging agents and repair pathways. Повреждение и механизм восстановления. Я хотел привлечь ваше внимание. Oxidative stress can produce damage bases and also single-strand breaks, but there is a very efficient machine, base excision repair, which can remove these lesions. And the bulky lesions from the DNA can be removed by nucleotide excision repair. This bulky lesion appeared under UV light and under the action on environmental mutagens. And also under ionizing radiation, DNA can be damaged very seriously, and in that case we can get DNA can get double-strand breaks, and there are two efficient mechanisms, homologous recombination and non-homologous end joining, which can remove these lesions. And probably you know that errors in DNA can be introduced during replication process, but there is a machine mismatch repair which can remove these DNA damages. I would like to say that all these machines are composed of the enzymes and protein factors, so this is protein assemblies. And these machines are working very, very efficiently in the cell, and if they are working by major pathways and also by using backup, everything is stable, and DNA repair structure can be repaired under any kind of lesions. But if there is a defect in DNA repair system, in that case, serious diseases can appear in organism. And the most serious, which are linked to the work of DNA repair systems, которые связаны с дефектами системы восстановления ДНК, это онкология и механизм старения. Этот слайд показывает, что да, на самом деле это многокомпонентные сложные комплексы, которые включают в себя систему восстановления ДНК путем восстановления любых повреждений в ДНК. Но плюс к этому этот механизм также состоит из сложных протеинов, которые могут регулировать механизмы восстановления протеинов. Однако центральная роль принадлежит полиадепирибозе, и этот механизм впервые был открыт 50 лет назад в лаборатории Пола Дейла в Страсбурге Пьером Шамбоном и Жак Вайлом. И эти энзимы или ферменты могут быть катализаторами синтеза полимера полиадепирибозы, и это для синтеза этого полимера энзимы используют NAD, и это очень важная реакция. Вот почему может произойти разрушение этого полимера. И согласно классическому пониманию, тогда, когда спарк активируется при повреждении ДНК, может начаться полимеризация этого полимера, и он вот здесь присоединяется к своей собственной поврежденной части. Но также есть различные другие протеины, которые участвуют в остальных ключевых процессах в клетке. Но при развитии, по мере развития этого процесса становится понятным о том, что
получается структура, которая заряжена отрицательно, и поэтому она снижает механизм восстановления, эффективность механизма восстановления ДНК. В первой публикации было показано то, что эти полимеры могут присоединяться друг к другу, и первой целью их может быть было распознано как протеины. Но нам повезло, и мы в последнее время нам удалось открыть новые реакции для PARP1, для PARP2. И тогда, когда ДНК серьезно повреждена, возможно наблюдать вот эту реакцию, тогда, когда PARP-полимеры могут присоединяться к фосфатам. И достаточно много работ было опубликовано в этой области. И этот процесс реально происходит в клетке. Это очень важно для хроматина. В настоящее время мы уже открыты 18 членов парк семейства, но не все они могут заниматься такого рода синтезом. Основные компоненты этой реакции – это PARP1, а также были открыты компоненты PARP2, которые могут синтезировать полимеры, и PARP3. Мы также видите вот здесь, вы видите структуру PARP1, и это протеир имеет внутренний домен, который имеет также и домен BRCT, который очень важен для взаимодействия между протеинами. Эта часть PARP2 и PARP3, она очень серьезно модифицирована. И все это говорит в пользу того, что эти протеины могут иметь различные функции в клетке, могут вместе работать вместе с PARP1. PARP1 является наиболее хорошо изученные молекулы из этого семейства. И можете увидеть о том, что PARP1, когда взаимодействует с большим количеством протеинов, и которые участвуют в восстановлении ДНК. Я бы хотел напомнить вам об этом процессе. Этот процесс реально является очень важным. И тогда, когда основа ДНК является поврежденной, может произойти устранение этого поврежденного участка. И впоследствии этого поврежденный участок может быть устранен вот на этом участке, который работает вместе вот с этим участком, который является платформой или основой для этого процесса. И в этом случае может быть может произойти замещение поврежденного участка. Это основной путь вот этого процесса, по которому проходит, но также есть и другие пути, по которым этот процесс восстановления поврежденной основы ДНК. Но также PARP1 может привносить свое участие в этот процесс. Согласно нашим данным, PARP1 может взаимодействовать с поврежденной основой ДНК, но и после устранения. И, конечно же, PARP1 может взаимодействовать с центральным механизмом восстановления. Эти данные были доказаны достаточно давно нами. И мы использовали метод, который показан здесь на слайде, и мы показали о том, что PARP и IPN и FEN1 может взаимодействовать с центральным механизмом восстановления. И все это говорит в пользу того, что уже вокруг вот этого поврежденного участка вот эти протеины, которые содержатся в этом механизме, может формулировать специальные протеиновые комплексы. Но количественно эти взаимодействия не могут быть определены. И мы решили определить вот это взаимодействие между протеинами вот в этом комплексе. И для этого для восстановления протеинов есть также и аминогруппа, а также для этих протеинов были представлены. Мы использовали не только флуоресцентные механизмы, но и это разрешает нам
а рассмотреть взаимодействие между протеинами внутри этого механизма, между белками, между... Но ПАРП-1 является своего рода сердцем этого механизма и может взаимодействовать различными протеинами, которые связаны с механизмом восстановления. И вот здесь вы посмотрите, представлены различные механизмы взаимодействия ПАРП-1, X-ray-CC1, который является платформой для этого механизма, и может также формировать даймеры и с другими энзимами этого, присутствующими в этих механизмах. И согласно тем данным, есть огромное количество данных и литературы, и публикаций, что на самом деле ПАРП-1 объясняет основную механизм восстановления. Мы проводили достаточно много исследований в этой области. Этот механизм ответственен. И все привело к разработке лекарств, которые используются в хемотерапии. Мы также рассматривали взаимодействие этих протеинов на различных этапах повреждения и восстановления ДНК, и нам было интересно посмотреть на ту роль, которую ПАРП играет в этом процессе. Эти процессы достаточно сложные. Видите, XPC сначала узнает о повреждении, потом есть транскрипционные факторы, которые состоят из 10 полипептидов, и они могут открыть вот этот вот участок вокруг повреждения. И после этого ДНК может быть удалена механизм эндонуклеозиса, и наши данные говорят в пользу того, что ПАРП-1 может модифицироваться на двух участках, стадиях этого процесса. Прежде всего, это на этапе распознавания повреждения, а также устранение вот этого фрагмента поврежденного. И в этом случае взаимодействие протеинов очень важно. И таким образом ПАРП играет очень важную роль в различных механизмах, в клетках, и которые вносят свой вклад в восстановление ДНК. ПАРП также важен для регулирующих процессов и для... И ПАРП также участвует в паптозисе, как и первая цель. Но я бы хотел сегодня показать вам очень интересные результаты недавних исследований в этой области. Было показано о том, что не только связанные протеины очень важны для восстановительной роли ДНК. Совершенно очевидно о том, что этот полимер, несмотря на то, что они очень сильно отличаются от настоящего РНА, однако это все равно является РНА, и он показывает о том, что он может регулировать не только взаимодействие между протеинами. И мы, таким образом мы видим о том, что и первые протеины, которые представляли очень большой интерес для нас, это YB1. Это они содержат в себе неорганизованные домены. И этот протеин взаимодействует с процессом восстановления. Этот протеин первый был обнаружен протониксами среди связанных протеинов. И
то же, что достаточно интересно в медицине, что YB1 также показывает себя в агрессивных опухолях и широко используется в химиотерапии. И очень это открытие было очень важно для лечения опухоли, которая сопротивляется интенсивной терапии. И эти данные показывают о том, что YB1, а на следующей стадии нашего исследования мы смогли показать о том, что YB1 модулирует действие ПАРП-1. YB1 стимулирует активность ПАРП, было показано разными техниками. И данный белок содержит домен, беспорядочный домен, используя ряд мутантов данного белка, мы смогли показать то, что, соответственно, беспорядочный домен имеет важное значение для стимулирования активности ПАРП. Самый важный для стимулирования указанной активности – это как раз дикий тип белок, а вот эти мутанты, которые удаляются в C-терминальном домене, обладают низким уровнем активности стимулирования. Как я сказал, YB1 позитивно заряжен, предполагается, что данный протеин может стимулировать данную деятельность и в отсутствии ионов марганца. И, соответственно, предполагалось, что может взаимодействовать с хвостиком соответствующей рибозы, скринингом, и, соответственно, это позволяет ПАРП-1 оставаться, больше производить поли-IDP-рибозы. Факт того, что YB1 взаимодействует с поли-IDP-рибозой, был доказан Джорджем Тесеем, а также то, что YB1 ингибирует гидролиз парга, с помощью парга. Ну, это очень интересный механизм, и мы сейчас думаем о возможном объяснении данной стимуляции. Есть ряд предложений, более общие заключаются в том, что YB1 может проводить скрининг негативной части, стабилизируя экталически активный ПАРП-1-ДНК комплекс посредством синтеза. Ну а вот выводы практически идентичны. Разница то, что показывается, как YB1 взаимодействует с хвостиком, и данный белок действительно может защищать данный белок от гидролиза, от парч. Ну и выводы. Если наблюдается выражение YB1 белка в опухоли, например, если ингибитор ПАРП используется для лечения рака в присутствии YB1, активность выше, необходимы более высокоэффективные концентрации лекарств. А вот каким выводом мы пришли на основании наших экспериментов. Еще одним важным белком, который сейчас находится в центре исследования и относительного роли в ремонте ДНК, является ФУС, он структурированный терминальный домен. Это ядерный протеин, в достаточно большом количестве который связан с кросс-транскрипцией, микро-РНК-сплайсингом и микро-РНК-транспортом. Варианты гена ФУС инкодируют РНК-связывающий белок. Ну и, соответственно, это также интересный белок для медицинского применения. Когда же повышается активность взаимодействия с... Он проявляет способность связывания с ядерных кислот. Мы решили более детально изучить данные механизмы, и здесь вы можете видеть
что в ходе микрорадиации клетки ФУ способен взаимодействовать с поврежденным ДНК, но это связано с, поскольку клетки в ПАРП. Почему это так? Мы приняли решение изучить механизмы взаимодействия ФУС с механизмом восстановления ДНК после ADP-рибозы. Для этого использовали атомную микроскопию, форс-микроскопию. Разработали соответствующий подход. Мы изучали взаимодействие ПАРП с ДНК, используя длинный ДНК. Видите, что ПАРП-1 способен взаимодействовать с бландент ДНК, а также с ник в этой молекуле, а также ПАРП-2 способен взаимодействовать с бланден, не столько эффективно, как ПАРП-1. В основном данный белок взаимодействует с элементом ника. И посредством этого мы впервые смогли показать синтез полиADP-рибозы на уровне отдельной молекулы. Здесь способны видеть вот эта звезда. Это на самом деле полиADP-рибоза, которая может быть синтетизирована с помощью ПАРП, когда ПАРП активизирован на поврежденных элементах ДНК. Видите, как красиво? Ну и мы решили добавить в эту реакцию ФУС и посмотреть, как ФУС реагирует с полиADP-рибозой, производимый ПАРП. И что очень интересно, мы способны наблюдать так называемый компартамент. Это очень интересно. Соответственно, использование ФУСа в случае в точках повреждения ДНК может представить условия для организации, концентрации, восстановления факторов ДНК. Это использовалось с помощью разных техник. И было показано, что когда ФУС взаимодействует с ПАРП, способен данный компартамент реорганизовать, и в основном поврежденные ДНК могут там быть сконцентрированы. Последние исследования, еще не опубликованные, показывают, что ФУС способен взаимодействовать с ДНК восстанавливающими протеинами вместо ДНК-лигазы, а также X-ray рентген CC1. Соответственно, поврежденные ДНК, это как поврежденный белок, который сможет восстановить эти элементы, собирается в этих элементах. Когда мы редактируем парчи для того, чтобы полиADP-рибозы работать, в этом случае ФУС переходит из состояния нуклеарного в состояние цитоплазмы, попадает в цитоплазму. Это показывает, что это означает, но уже известно, что ФУС может концентрироваться в неких стресс-гранулах. Возможно, вот почему после повреждений ДНК, после гидролиза соответствующего компартамента, содержащего эти поврежденные ДНК и факторы ремонта, восстановления ДНК, после того, как соответствующий компартамент разрушен, ФУС проникает в цитоплазму. Но также очень интересной сферой исследования на данный момент является это понимание того, что происходит в хроматине, в клетке. Почему? Потому что пар может оказаться важен для того, чтобы структурировать жидкие компартаменты. И этот процесс известен как liquid demixing. И вот эти жидкие компартаменты вокруг ДНК и так далее способны активизировать восстановление ДНК, транскрипции, что это очень важно. Ну, а также нам довелось выслушать выслушать очень интересную лекцию доктора Гладышева, поэтому я тоже решил показать вам небольшую часть нашей работы с тем же животным. И когда вы смотрите на вес этого животного, это животное способно может жить намного больше лет по сравнению с голый земляком. Это животное очень интересное. Голый землякоп и клетки также очень интересны. До нас и другие лаборатории старались изучить экспрессию
ДНК, восстанавливающих белков, но, естественно, после этого проходит свой процесс МРНК в белках, поэтому мы решили изучить активность ДНК восстанавливающей системы в клетках голого землекопа. Животное, как вы знаете, резистентно к раку. Проводили иррадиацию клеток ультрафиолетом и изучали в разные интервалы времени активность системы, которая способна удалять повреждения, которые вызываются ультрафиолетом. Вы видите, что активность данной системы, мы способны измерять активность всей системы, она разрабатывает определенные техники. Активность, она всегда выше в случае голого землекопа, нежели по сравнению с мышью. То же самое можно сказать и в случае активности ПАРП. ПАРП более активен в голом землекопе по сравнению с мышью. Но что интересно, в случае ПАРДЖ, который гидролизует это полидиперевоз, уровень активности практически идентичен. И вот сейчас анализируем. Почему так? Вот здесь видите данные, показывающие то, что активность ПАРП она очень высока, а в случае проявления генов активность намного выше в голом землекопе, нежели по сравнению с мышью. И, соответственно, мы видим то, что клетки голого землекопа более эффективны, чем у мыши в эксцизе нуклеотида. Активность более высокая, повышенная активность в этих клетках. Ну и завершающая часть моего выступления касательно уже применения. Тут я хотел бы поговорить о важности использования ДНК, восстанавливающих белков и протеинов, как таргета в разработке соответствующих антираковых лекарств. Данная система снижает количество антираковых клеток. Необходимо использовать ингибиторы ДНК восстановления, как, например, в случае облучения и химиотерапии. Поэтому сфера очень-очень важная для развития ингибиторов ДНК восстанавливающих белков. И на данный момент уже в клинике имеются ингибиторы ПАРП. Идея хорошая, чтобы использовать ингибиторы ПАРП, потому что он регулирует несколько процессов восстановления ДНК, соответственно, разрабатывая и выводя ингибиторы ПАРП, можно с помощью одной субстанции проводить несколько процессов восстановления ДНК базовой, двойной спирали и так далее. С другой же стороны, это достаточно серьезное воздействие на клетку. Почему? Потому что ПАРП вовлечен в большое количество важных процессов. В любом случае, имеется соответствующее лекарство, лопариб, утвержден для лечения женщин с очень высокой степенью развитого рака яичников. Только у женщин в случае с модификацией указанного гена свойства были описаны. Лопариб ингибирует рибозиляцию ПАРП, а также стабилизирует комплексы ПАРП и ДНК. Результаты связаны с ингибированием. Должен стимулироваться с гомологической рекомбинацией. Данный же процесс ингибируется в случае гена
PRC. Другие ингибиторы PARP сейчас у нас уже переведены в клиническое использование. Рукопарип, нейропарип, другие находятся на третьей фазе исследований. Мы в разработку ингибиторов также вовлечены, и у нас очень неплохая база в Сибири, очень мощный департамент в Институте органической химии, департамент медицинской химии. Руководителем является доктор Неймар Сылхутдинов, способный очищать природные субстанции растений, способный улучшать структуру данных соединений с помощью химического синтеза. Также работаем с рядом групп, которые способны проводить компьютерное моделирование указанных соединений в активных центрах различных таргетов белковых. Естественно, изучаем цитотоксичность данных соединений в отношении клеток. И сейчас некоторые соединения лучшие лидеры. Мы тут обнаружили ряд протеинов, белков используется в восстановлении клеток. А вот эту часть нашей работы, ряд в клинических исследований, на этапах клинического исследования находится. Сейчас даже говорить не буду, потому что завтра моя коллега Александра Захаленко будет рассказывать описывать эти данные в деталях. Я лишь хотел бы ограничиться тем, чтобы показать вот это красивое изображение. Да, тут несколько вот этих прекрасных растений и краски используются для того, чтобы очищать и получать соответствующие соединения, использующиеся в разработке ингибиторов ДНК-белков. В завершении можно отметить то, что системы восстановления ДНК являются платформами для выработки антираковых лекарств, противораковых лекарств, а также понимание механизма для использования системы CRISPR-Cas, ибо данная система способна система CRISPR-Cas может быть использована в восстановлении разных проблем с ДНК, и ее повреждение также может быть восстановлено. Позвольте отметить тех людей, которые сделали вклад. Вот здесь перечислены из участников. Татьяна Кургина присутствует в аудитории, у нее здесь постер. Мы также работаем в сотрудничестве с лабораторией Давида Пастере в университете Эври Вальдесон Эври во Франции. Проводим полные исследования сейчас. Ну а также в случае YBY-1 исследование мы начали совместно с лабораторией Льва Овчинникова из Пущино. И хотел бы также отметить то, что сегодняшнее выступление посвящено нашему наставнику, профессору Кноре Ху, который инициировал исследования в сфере больших высококомплексных репликаций и восстановлений, начали с тернер-синтетазы как корни, а дальше уже как дерево пошло, дальше уже исследовали целую комплексную серию реплицирования ДНК и восстановления. Большое спасибо за ваше внимание. Ольга Ивановна, большое спасибо за прекрасный доклад и соблюдение времени, несмотря на утверждение профессора Габибова вчерашнее, поскольку время у нас есть. Предлагаю, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Есть ли у нас в аудитории второй микрофон? Если есть вопросы, пожалуйста, у нас имеется время на несколько вопросов. Я начну, пожалуй, с первого. Возможно ли, Ольга Ивановна, ваши данные о восстановлении основаны на кросслинке? Возможно ли изолизировать это как частичку? Потому что кросс-связывание может отражаться на гетерогенности. Нет ли у вас частицы, в которой все эти взаимодействия происходят одновременно, так чтобы такую частицу можно было изолировать физическими средствами или иммунопрецепитацией?
Вы говорите о взаимодействии внутри. Да, 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 это вполне возможно. Хорошо, и тогда каков будет приблизительный размер, молекулярный вес, сравнимость? Знаете, данный комплекс, его структура однозначно модулируется ДНК посредниками, которые обрабатываются в восстановлении, и это однозначно зависит от ДНК опосредования. Если это эпицированное, скорее всего, вероятно, мы можем кросс-связать ПАРП, ЭПМ, нуклеазу и X-ray CT1, но после того, как пройдет процесс cleavage, то есть может появиться другой протеин, но комплекс будет выше. А, пожалуйста, подойдите. Это то, что вы говорили, ведь не может быть использовано при мониторинге. Наверное, может быть использоваться в комплексной терапии. Не думаете ли вы, что проблема с разработкой хороших ингибиторов связана с излишеством? Потому что такое количество парпов, и может быть это достаточно сложно убрать функции каждого из них. Как вы думаете? Да, вы совершенно правы. Вот почему очень трудно разработать очень эффективные и селективные ингибиторы ПАРПа. И наш ПАРП, мы разработаем это в клиниках, это может быть использовано для пациентов, если у них есть мутации ПРСВ. Но, насколько я знаю, второе линии терапии, да, ну, председатель нашей секции знает лучше об этом, разбирается. Вот почему мы думаем, что было бы лучше иметь также и другие цели, другие таргеты для лечения рака. Мы пытаемся разработать ингибиторы ПАРПа, но вместе с этим мы работаем с... Мы работаем в других направлениях, которые, может быть, более целенаправленно работать. И те протеины, которые мы, может быть, устранить поврежденную часть ДНК, но все равно ингибиция этого энзима является не токсичной самой по себе, но она увеличивает чувствительность к таким препаратам, как топотекан и ринотекан. И таким образом мы думаем о том, что это реально многообещающий подход. Возможно, было бы возможным использовать эти препараты в составе вместе с ПАРП-ингибиторами низкой концентрации. И было несколько грантов из Европы. И да, на самом деле, когда речь идет об ингибиторах ПАРП, мы пытаемся использовать их среди других в низких концентрациях для того, чтобы устранить вот этот вот, или минимизировать отрицательный эффект от ингибитора и применить их для лечения других заболеваний также, а не только рака, потому что для рака должно быть такое массивное ингибирование. Если я ответил на ваш вопрос, спасибо. Ну, если больше нет вопросов, мы хотели бы поблагодарить Ольгу Ивановну. Спасибо большое.